очередная посылка из Китая. Но такого я еще раньше не заказывал. Особенно в Китае. Здесь гидрогелевая пленка должна быть. Да, вот она. Гидрогелевая пленка. И еще даже гидрогелевая пленка для задней крышки. Специальная шпателек для ее установки. Ну и соответственно разные финдюклюшки. А вот крепления для установки здесь нет. Но эта гидрогелевая пленка будет установлена на заднюю крышку. И тут еще есть кусочек для того, чтобы установить на саму камеру. По идее, неплохой вариант, как для защиты вашего телефона. Там, конечно же, есть гидрогелевые пленки и для основного экрана. Вот. Для передней панели. Но я не знаю, стоит ли их заказывать. Посмотрим. Сначала наклеим эту. И хотя бы будем знать, что к чему. Но она вообще мягенькая такая. В общем, как-то так.